Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре очень популярный автотовар, особенно в зимнее время. Это тепловентилятор, или еще называют дуйчик для авто, тепловентилятор для лобового стекла. То есть вариантов названия много. Элегант 101506. Питается тепловентилятор от прикуривателя. Имеет два режима. Теплый воздух и холодный воздух, обычный вентилятор. Ну, более интересно, это теплый воздух. Включаем его. Пока что вот начал работать. Идет теплый воздух. Вот сейчас руку я держу, уже рука начинает печь у меня, ладонь. Попробуем произвести небольшой эксперимент. Поднесем кусочек льда, так как лобовое стекло мы в офис заносить не будем. У нас есть лед. Будем держать лед, посмотрим, насколько быстро он начнет у нас таять. Ну вот уже капли образуются и начинает он уже капать. Уже начинает таять. Такой небольшой эксперимент. Сейчас поднося ладонь, идет довольно-таки горячий воздух. Есть у нас термометр. Попробуем замерить температуру. Сейчас на термометре у нас 20 стоит. И поднесем. Тепловентилятор и посмотрим, насколько у нас выдует. Забор воздуха идет сверху и выдувает через решетку впереди. Называется еще данное приспособление автофен. То есть вы можете разморозить замки или включить и вынести, разморозить лобовое стекло снаружи. Вот сейчас уже у нас 50 градусов показывает. И температура дальше растет. Гарантия на данные тепловентиляторы составляет 12 месяцев. То есть, если вы обнаружили какую-то неполадку или брак, если брак, тепловентилятор подлежит замене, если гарантийный случай, то отправляется на гарантийный ремонт. Но сейчас у нас 63 градуса показывает, дальше продолжать не будем. Есть рукоятка, которую вы можете держать таким макаром. И устанавливается он или на торпеду, ну или в другом месте, где вам более необходимо. Это крепление, оно снимается. То есть вы можете его установить на торпеде и в то же время снимать и использовать рукоятку. Крепление прилагается, это два шурупа или клейкая лента. Идет в комплекте. Также в комплекте идет гарантийный талон, 12 месяцев гарантии. Поставляется вентилятор такой вот картоновой упаковки. Что указывает производитель, это мощность 150 Вт, 13 ампер, 12 вольт. Питание от прикуривателя автомобиля. Гарантия 12 месяцев. Шнур, длина шнура 1,8 метра. Гарантия 12 месяцев, используется для легковых автомобилей, для микроавтобусов. 150 Вт. И также второй режим, это обдув просто обычным воздухом, то есть не сработает как обычный вентилятор в салоне. И хотелось бы отметить, что низкий шум выдает, не громкий. Сейчас он работает на холодный воздух обычно. По габаритам вес его 290 грамм составляет, ширина корпуса 11 сантиметров, длина 13 сантиметров. Вот такой тепловентилятор, автофен, дуйчик для авто или обогрев лобового стекла.
Можно его использовать для обогрева салона, но он должен достаточно долго работать. Ну, стационарно, если закрепить, он может поворачиваться, опускаться, то есть без проблем. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, у кого был опыт использования. Только, пожалуйста, без матов. Комментарии с матами будут удаляться. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.